вы знаете, что в магазине нельзя снимать? Нельзя. Можно. Нельзя. До 12 что, декабря. Проверка, что это? Или так? Так. Шарапаться? Так некое дело. А я убираю за ним. Уж, блин, бугутерская. Всем привет, с вами просрочка «Патруль Нижний Новгород». Сегодня у нас 15 декабря, а этот выпуск, скорее всего, будет в январе. А мы идем в Пятерочку по адресу проспект Ленина, 57/3. И мы уже что-то купили, да? Да. Опять Пятерочка торгует тухлятиной. Хочешь еще что-то купить? Ну давай, давай. На улице какие-то взрывы раздаются. Вот это 15-го просрочилось. До 15? Да, срок годности 9 суток, что вы изготовили? Опять грохот. Нас бомбят. На улице война началась. 9 суток. Кидаем в тележку. А это что у нас? Какие-то кукурузные палочки, но тут даже не написано. Бомба. Изготовлена 20 апреля 2018 года до 20 ноября. То есть просрочено почти на месяц. Две пачки. Говори, что еще нашел? Иммунели до 14 декабря. Вчера просрочилось, не сняли. Так это же детское питание. Детское. Офигеть. А Пятерочка опять травит ваших любимых деток. Да, 14 декабря. Сразу 6 штук иммунели. Просрочка. Вот мы в магазине всего 5 минут. Мы нашли вот эту просрочку. Уже тут на пару сотен рублей. У нас новые участники на рейде. Смотри, сейчас йогурт упадет. Вот товар ставьте нормально, то он у вас на Е. Смотри. Продавцы уже на нас смотрят. Ее сзади кричат, она даже внимания не обращает. Смотрите, товар стоит в середине зала, который должен быть в холодильнике. Он сейчас греется, где температура, ну, примерно 25 градусов. А тут молоко, йогурт и масло лежит. И все это находится в тепле. Ты что-то еще нашел? Да. О, ни хрена себе. Чувак, ты где это нашел? Вот это прямо на полке стояло? Да. Офигеть. Актимель Данон просрочился. Смотрите, на 2 месяца, 17 октября, а изготовлено 17 сентября. 2 месяца вот это говно здесь на полке стояло, и они его даже не убрали. Офигеть. Проверим у них детское питание. Может, здесь еще есть? Ты смотри, вот я только что сказал, а может, здесь еще есть? Берем Тему, а он 10 декабря сдох. Ваши дети отравятся. Смотрите, изготовлено 21 ноября до 10 декабря. Для детей с 8 месяцев с черничкой. Вот здесь, смотрите, вот раз лежит, два. Давайте смотреть дальше. 3, 4. С этим говном они вас травят. Что, еще нашел? Да. До 15 числа. Но это 17.51 сдохнет. Тут даже время есть. Пока оставь. Это вечером сдохнет. А сейчас время у нас полдень. Вот это надо все тут срочно в порядке убирать. Вот это говно. Вот 4 штуки. Позор, Пятерочки, позор, детишек травят. Продавщица посмотрела в нашу тележку удивленным взглядом и прошла дальше. А нам снова просрочку принесли до 1 декабря полторашки спрайта. Смотрите, изготовлено 1 июня 2018 года до 1 декабря. Просроченная на полмесяца. Вот у нас вторая бутылка, тоже 1 декабря просрочилась. Вот у нас третья бутылочка, тоже 1 декабря. Все это вы могли купить и обменять по программе «За качество». Отвечаем. В каждой Пятерочке она работает, действует по всей России. Покупайте просрочку, вам возвращают деньги и предлагают аналогичный свежий товар в подарок. Слышите, на улице что-то взрывается. Что на улице взрывается? Сейчас взорвут нас. Смотрите. Бабах. Что это за звуки? Это что за звуки были сейчас? Опять что-то. На улице бомбы падают. Опять несут просрочку. Кефир, биокефирный Биомакс, просрочился 12 декабря, изготовлен 21 ноября. Опять что-то бомбит. Ну что, на нас напали, что ли? Война началась? Что за фигня на улице происходит? Черт, я только отошел. Ты зря отходишь. Опять. У них даже молоко просроченное. Изготовлено 4 декабря до 14 числа. Ребят, смотрите, что я нашел. Дырявый йогурт, его кто-то пальцем... Нет, это не пальцем проткнуло. Кто-то тут ногтями. Детки-то отравятся ваши? Кока-кола зеро. До сегодняшнего. Сегодня ночью просрочилось. Изготовлен 15 июня до 15 декабря. Сразу 3 бутылочки. Творог? Где творог? До 14? Да. Где? Вот, снизу. Давай. Да вы знаете, что нельзя снимать в магазине? В магазине снимать нельзя? Да. Можно? Нет. Вы ошибаетесь. А вы знаете, что просрочку нельзя торговать? А вы знаете, что в магазине нельзя снимать? Вы уже это спрашивали? Нельзя. Можно? Нельзя. По какой причине тогда? Почему нельзя? Нельзя по... Мы не вас снимаем, мы снимаем товар ваш. Вы не видите? Нельзя. Если вы обращаете внимание...
что на каждых магазинах написано. Съемка разрешена. А давайте. А пойдемте, я вам покажу, где написано, что снимать мне можно. Мне некогда ходить, молодой человек. У вас же написано, съемка разрешена на входе. У вас? Нет. Да. Нет. Пойдемте, я вам покажу. Мне некогда с вами ходить. Я еще раз повторяю. Ну, мне некогда. Ну, окей, работайте дальше, мы пойдем дальше смотреть. Говорят, снимать нельзя, а у самих на входе написано, съемка разрешена. Они сами себе противоречат. И продают также творог крестьянский «Плагода», изготовлен 27 ноября до 14 декабря. Вчера сдохом. Снимать нельзя. Да почему нельзя-то? Сами подошли к нам, претензии предъявляют. Я как-то купил сыр, блей, за 200, там кусок 200-граммовый. 3 дня полежал, хотя срок до марта, и он заплесневел. А знаешь почему? А потому что он был... Да, потому что он был не в вакуумной упаковке. Поэтому мы снимаем все то, что не в герметичной упаковке, чтобы вы потом и не отравились. О, привет. Как дела? Нормально. Ну, в пределах 100 рублей. Сейчас у нас Маша попробует купить спрайт. Слушай, что еще нашел? Еще. Изготовлен 1 июня до 1 декабря. А вы сами печете? Да. У них своя пекарня есть, ничего себе. Я не знаю, какой смысл пятерочки самой печи иду. Если у них так ассортимент товара просто огромный. Да и по-любому они из какого-нибудь просроченного теста пекут. Вот я не удивлюсь. Вон у них печка, что-то печет, смотрите. Думаю, надо холодильник с лимонадом проверить. Какие-то люди заходят в служебные помещения, без бейджиков, прям в куртке. Народ, мне что-то несут, целую коробочку чего-то просроченного. Бабах, целая коробка сухариков «Хрустим». Баварские колбаски просрочились 2 декабря, а изготовлены 15.07. Холодец с хреном к пенному просрочил 6 декабря. До 2 декабря. А что, тебе продали все-таки, да? Красота. Смотрите, а. Маше продали спрайт. Это уже который раз нам продали? Второй. Нам продали спрайт до 1 декабря, а изготовлен 1 июня. Смотрела она? Да, она ее долго держала, что-то подевала. Она смотрела срок и не поняла. Адрес: город Нижний Новгород, проспект Ленина, 57, корпус 3. У нас уже полтележки просрочки. На все это ушло у нас минут 20. Здрасте. Здрасте. А у вас есть просрочка? Откуда? В магазине. Да нет. Нет? Мы ее проверяем постоянно. А если найду? Зачем? Нет, а как вы ее можете найти, если ее нет? Если ее нет? Вы думаете, у вас просрочки нет? Вот это все просрочка. Там даже детское питание есть. Так что вы ошибаетесь. Кассир что-то дружелюбный, да. Пока что дружелюбные все. Нашел? Сникерсы. Изготовлены 10 мая до 12 что, декабря. Что, проверка, что это? Или так? Шарап? Так некое дело. Людей сессия. Ничего себе у них сотрудники. Они просто матом ругаются. Слушай, она пьяная, нет? Она что матом ругается? По-моему, пьяная, на мой взгляд. Твикс, а срок заклеен. Вот они специально так делают, вот специально, смотрите. Нахрена срок-то заклеивать, а? Конфетки. Маша принесла «Родные просторы». Изготовлено 16 февраля до 13 ноября. Срок годности 4 месяца, да? Здесь то же самое, видишь, они одинаковые абсолютно. А дата изготовления? Смотри. Май? Да, на 3 месяца просрочили. 10 мая. То есть они в сентябре просрочились, вот эти. Там у тетки до сих пор бомбит. Че, говоришь, у тетки бомбит? Вообще прям она это... Ну, сама с собой. Ну, у нее с нервами что-то не в порядке, мы ее не будем к ней подходить. Она швабру достанет. И что с ней сделает? Улетит на ней? Она ведьма? Соломка с маком. Изготовлена 7 июня до 7 декабря. Просрочился на неделю. Ну, мы ничего не будем говорить, вообще к ней подходить. Пусть она работает. Я чувствую, мы тут до хрена что найдем. За полчаса. Почти тележка. До 2 декабря. Молочный коктейль, вкус шоколад. Чудо, просрочка. Изготовлена 2 июня до 2 декабря. Все это можно было купить и обменять в программе «За качество чаем», как это сделали мы. Смотрим, что у них под стеллажами. Ну, немножко грязюка так есть. Пятерочка готовится к Новому году. И здесь шарики оставляет. Вот о чем я только что говорил. Опять заклеивают конфеты. Богородский сувенир. Изготовлен 28 сентября. Срок годности 2 месяца. Тоже 2 месяца. Видите, да? Видите? Так, что-то несут. Печеньки 10 ноября. Изготовлены 10 мая. Срок годности 6 месяцев. Полгодика. В ноябре не сдохли. Пойдем. Пойдемте подальше. Что-то нету. А я убираю за ним. Уж, блин. Бугутовская.
слышал, да? Матерится, оскорбляет нас. Я вообще молчу, я с ней даже разговаривать не буду. Чего я бежать, если ее жизнь обидела? Венские вафли с абрикосиком, просроченным абрикосиком, изготовлены с 13 июня до 13 декабря. Еще на 5 ругается. Кто мы, кто? Че? Кто мы? Да кто угодно. А зачем нас оскорбляете? Ой, а больше ты ласковых видел? Что? Может, я судимая или еще какая? Ты где ласковых уборщиц видел? В Африке, что ли? В Магните там такие уборщицы. А я не хочу, да, за копейки. Че он там вякает? Мы-то почему? Вы не виноваты, что она уборщица. Мы не виноваты. Она по-любому сидела. Ладно, продолжаем разговор. 13 декабря эта фигня просрочилась. А рядом просроченные вафли со вкусом лимона. Я не удивляюсь, почему здесь много просрочки, потому что персонал соответственный тоже просрочился походу. Изготовлен 20 февраля до 20 ноября. Ну да, в Магните на проспекте Ленина, там 57 нас уборщица нам пожелала. Что она пожелала нам? Сгнить заживо? Сгнить заживо пожелала. Мы не будем к ней подходить, а то она еще укусит. Это Россия. Это пятерочка. Ролик надо назвать «Пятерочка строгого режима». Мы пришли в отдел с водой. Берем бутылочку Бонаква за 70 рублей. Изготовлена 7 мая до 6 ноября. У нее короткий срок, газированной воды всего 6 месяцев. Посмотрим еще. Да, тоже до 6 ноября. Тоже 6 ноября. Зеленый чай. Изготовлен 5 июня до 5 декабря. На 5 дней просрочился. А мы продолжаем воду доставать. И походу у нас одной тележки не хватит нифига. До 6 ноября. Вот так вот. Почему у нее короткий срок годности? Напишите в комментариях. Вот если взять негазированную воду, то у нее срок 9 месяцев. Что, еще есть? Еще там. Показывай. Говори прямо на камеру. Вот еще 5 декабря. Угу. Еще одна 5 декабря. И у нас уже места не хватает. Ребят, пятерочка выручает до 6 ноября. Так. Имбирь изготовлен 20 ноября, годен до сегодняшнего, до 15. Тут еще две бутылки осталось. До 9 октября. Это уже на 2 месяца просроченное. Опять чай 5, но она даже вся пыльная, бутылки вон, пыль на них. Они их не протирают, зачем протирать? Вот видите, спереди стоит до ноября, а сзади до октября. Что это значит? Это значит то, что они ротацию нифига не сметают. Еще чай несут. Бутылки чая 5 декабря. Еще 5? Там 5. Еще есть. Еще чай. Еще чай 5 числа. Ты пробовал такой? Да нет. Я вот пробовал Липтон, а вот такой я не пробовал. Ты он пробовал, ребят? Невкусный? Вообще, нет. А это у нас малинка. Это вообще. В ноябре. 12. В ноябре подох месяц назад. Две телеги говна. Черт, еще. Там еще есть? Что? Все, последний. Сверху у нас стоит тоже. А, нет. Это Бонаква, это Аква Минерале. Она просрочилась вот это на 2 месяца. Изготовлена 14 апреля до 11 октября. Я надеюсь, вам видно, ребят. До 25 ноября. До 25 ноября. Еще. Так что, если вы хотите пить, просто приходите в пятерку и вот. Покупайте водичку себе, обменивайте. А ты ведь что-то купил? Еще, да? Да? Но не показывал еще. Я не показывал. У меня были водички до 25. Блин, ребята. До 25 еще. Пятерочка выручает. Нет, она не выручает, она отравляет. Бузова, ты почему в пятерочке сроки не смотришь? Опять жопой крутишь на телевидении, да? Вот вместо того, чтобы сроки смотреть, она на телевидении жопой крутит, а люди травятся. Люди травятся этим говном. Нам понадобилась третья тележка. Фанта. Она свежая до мая, но черт, это не товарный вид. Как продаете вот это? Вам не стыдно? 3 ноября. Клубника малина. 4 мая сделано до 3 ноября. Здорово, еще один коллега пришел. Сказывай. До 18 апреля. До 18 апреля? А может конфеты лучше? У тебя вообще денег нет. Нашему коллеге дали конфеты из проекта. Сейчас он попробует тоже купить. Я надеюсь, у него просрочку не отнимут. А мы пока покажем просроченный Mountain Dew на полгода, ребят. Даже больше, чем на полгода. Изготовлен 20 октября прошлого 17 года до 18 апреля 18, ребят, на 8 месяцев. Вот два чая, 28 ноября. Они изготовлены в ноябре прошлого года, 17. Ну, не слушайте, сейчас у вас январь, то это видео в январе выйдет. Чуваку нашему не продали, да, спрайт и конфеты. И порекомендовали туда не ехать, там злая уборщица. Черт, там тоже злая уборщица. Че, не продали ни хрена, да? Она отобрала. Че, вот они коробки накидали на дороге? А если я споткнусь? Баранчик готовлен 26 сентября, срок годности 60 суток. Сушки, красный канал, упаковка порвана. Еще сушки.
изготовлена? 3 месяца. 5 сентября изготовлена. До 5 декабря получается. Да. Она опять там утерит. Вызываю Леху. Здесь детское питание под полкой. Детское питание? Его достать вручную. Ух ты, а там не только детское питание. Смотрите, здесь полки. Они в следах от пива, здесь что-то протекало. И их не вытирают, полочки не вытирают. Бутылки пыльные, на них он можно чем-то написать. Какой обычно у нас встречается самый просроченный пиво? О, я полностью с тобой согласен. До 05-го. До 5 декабря. А изготовлено оно у нас 8 июня. Еще. Вот вторая баночка. Все, что ли? Еще до 5-го. А ты что нашел? Детское питание, а мы же смотрели. Тема. Для маленьких детишек изготовлено 24.11 до 13 декабря. Вот одна, вот вторая. С клубникой и просрочкой. Биотворог Тема. Приятного аппетита. Просто последняя стоит. Еще одна? Не, без ротации. Вот уже 4-я баночка. А есть ли у нас рыбка без вакуума? Специалист по рыбке. А ты будешь почему специалист? Пока что. Опять грязные полки. Ну, ой. Оно еще и мягкое. А во, кто тек-то, во, смотри. Оно бойное. Еще и липкое. Вытрите, сотрудники, пятерочки. Ребят, смотрите, здесь стоит коктейль микс-бар. Берем, поворачиваем. Изготовлен 4 декабря прошлого года до 4 декабря этого года. Я помню, в Перекрестке купил такой пакетик фисташек. Он стоил 400 рублей. Он был просроченный и обменял тоже в программе «За качество отвечаем». В Перекрестках в Диксе, в Билле. Также есть эта программа, пользуйтесь. А в Билли даже покупать ничего не надо. Просто приходите, показывайте им просрочку, и они вам сами свежий товар дают. То есть даже денег не надо с собой иметь. От 11 июня все и до 11 декабря полгода. 4 дня назад просрочили. Сегодня 15 декабря. Просроченные бабки семечки. 11. Маша что-то принесла. Нет. Мятые банки. Но защитный слой внутренний нарушается, товар окисляется, и в результате товар будет со вкусом железа. Ух ты. Смотрите, под стеллажом валяется товар на полу. Че, давайте сдаваться, пойдемте. А можно нам директора, администратора, Путина? Куда вы ушли, девушки? Смотрите, товар до сих пор стоит в тепле. Курочка. Его поставили уже час назад, он до сих пор в тепле стоит. Здравствуйте, вы администратор? Да, здравствуйте. Можете сказать, как у вас получилось, что вот столько кучу просрочки, такое большое количество? Не могу объяснить, недоглядели. А сотрудников не хватает? 3 вакансии. 3 человека, да? Да. У нас есть товар, который был куплен по разным чекам. Просьба вернуть деньги, аналогичный товар подарок, а это вскрыть. А пока директора нет, можно посмотреть икру. Ребят, смотрите. Это плесень? По-моему, что-то утекало, да? Не знаю, я бы такое не купил. Смотрите, опять грязные полки. Вот смотрите, видите, полоса, вот. Ну что за фигня? А здесь что творится? Вообще, жесть. Вот супервайзер все это увидит, а? Пока мы ждали директора, мы еще нашли просрочку. 11 октября. Она просрочилась на 2 месяца. Изготовлена Бонаква, ой, Аква Минерале 14 апреля до 11 октября. Еще нашел? До 25 ноября. Тоже Аква Минерале до 25 ноября. Жвачку принесли скрытая. Покажи, как сотрудники пятерочки работают. Вот как они работают. Обычный день сотрудников пятерочки. Могут усиляться. А потом у них вот сок просрочки. Здесь стоит холодильник с мороженым. А за ним стоит горяченная, очень горячая батарея. Вот это вообще нормально вот так вплотную батарею прижимать к холодильнику с мороженым? О, деньги валяются. 10 рублей. Пока мы стояли, мне принесли соломку. Изготовлено 27 февраля. Все 3 штуки. Срок годности 9 месяцев. Свежий, да? До апреля. Еще один. Вот это... Нет, скрыть. А, скрыть? Поскольку сейчас палец приходит? По 10 каждый день. Каждый день по 10? Пока мы зашли в магазин, у вас что-то все громыхает, какие-то взрывы. У нас спортзал на дне. А, спортзал. Вот здесь холодильник стоит, а за ним вплотную горяченная батарея. Это вообще нормально так стоит? Да. Всего доброго. Мы покидаем этот праздник жизни. 2,5 телеги просрочки, ребят. 2,5 телеги. Проспект Ленина, 57/3. Здесь просрочки до хрена. Вы можете просто приходить и обменивать. 2,5 телеги. Злые уборщицы матерятся, оскорбляют. Вот такое вот зданица. Я думаю, если придете через месяц, там просрочки нисколько не уменьшится. В общем, что, подписывайтесь на канал. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Вступай в нашу группу в Инстаграме.
Ссылочки в описании, а также в группу ВКонтакте. Напиши в комментариях, а что ты обменивал в пятерочках? Там же полно просрочки. В общем, ребят, берегите себя. Всем удачи, всем пока. Организация? Организации. Просрочка Корпорейшн. Наша организация. Нас фоткают. Организовывать организацию. Mm-hmm. Организации в магазине всех организаций. Здрасте. Привет. Первый раз службы это вижу. Дай-ка. Сейчас я позвоню, мне пацаны подъедут.